А давайте посмотрим на следующий продукт. Это тоже натуральный продукт. Это российское производство на компонентах, которые добываются именно в России. Итак, Сергей, расскажите, пожалуйста, что это, для чего это? Это активатор скипидарных ванн. Ну, само слово говорит то, что это активатор. Что мы делаем? Если мы принимаем ванны, то, ну, в частности, для похудения, да, то ванна будет действовать у нас вот везде, везде, везде потихоньку убирать вот эти сантиметры нашей жировой прослойки. Если же мы используем активатор, если у нас, например, ну, у женщин чаще бывает всего жировая ткань откладывается на бедрах и ягодицах, у мужчин на животе. Да, вот если хочется, чтобы грудь осталась полная, а живот и бедра постройнели, как нам действовать? В этом случае мы будем использовать активатор скипидарных ванн, который направляет действие скипидарных ванн именно на те места, которые мы предварительно им обработаем. Ага. Он имеет натуральный состав, он имеет ну, и в своем составе содержит скипидарный, тот же самый натуральный живичный скипидар. Кроме этого, он содержит эфирное масло кедра, пихта, арники, зверобой, гвоздику, чагу, чистотел, шиповник, календулу, экстракт ванили, то есть много-много остальных натуральных компонентов, которые будут подготавливать нашу кожу к применению скипидарных ванн. Допустим, у нас ну, большой живот или бедра, вот ягодицы. Живот. Будем бороться с животом. Значит, мы за 15 минут до приема ванны растираем себе живот. В этот момент мы начинаем готовить ванну. Начинаем готовить набираем ванну. Мы набираем ванну, наливаем воды, разводим скипидарный раствор. И вот к этому моменту активатор уже подготовит наши клетки, наши рецепторы именно в области живота для того, чтобы скипидарная ванна подействовала именно там. После этого мы опускаемся в нашу скипидарную ванну. И основное действие вот по нормализации обмена веществ, по этому такому жиросжигающему эффекту, будет происходить именно на животе. То есть мы сами становимся себе скульптором нашего тела. Если вот в нашей скульптуре, скажем так, живот большой, мы хотим его убрать, значит, мы берем и растираем живот. Вот как сейчас делает наша модель Марина. Вот прокомментируйте. Да, но мы, смотрите, мы сейчас немножко неправильно растираем живот, потому что живот растирается по часовой стрелке. Вот, вот так правильно. И здесь этот бальзам просто достаточно нести. Можно нести на живот, дальше можно нести на боковую поверхность живота. Вот так. То есть везде растереть все те места, где мы хотим, как скульптор, убрать все лишнее, так, чтобы наша фигура была стройной. Да, то есть мы животик поглаживаем по часовой стрелке, втирая активатор, а боковые зоны тоже по часовой? Боковые можно по прямой, просто обычно вверх и вниз. Вот совершенно вот так. И причем это занимает буквально несколько минут, это нанесение, это бальзам, то есть он очень быстро впитывается, он не оставляет какого жирного блеска. Вот видите, мы уже чувствуем, что рука не так, легко скользит. Это все быстро впитывается, при этом никакого особого, ну, ни разогрева, никакого раздражения, мы ничего не чувствуем. Но если нам лечь в скипидарной ванной, вот это покалывание, раскрытие капилляров будет в основном именно здесь. То есть везде на всем организме у нас по чуть-чуть такая, ну, тоненькая прослойка жировая будет уходить, но на животе она будет уходить уже не несколько там миллиметров, а уже будет счет идти активнее. Совершенно верно, на сантиметры. Вот в этом заслуга активатора скипидарных ванн, что он помогает нам смоделировать то, что, ну вот, к сожалению, неправильным питанием, неправильным образом жизни мы, ну, теряем, скажем.